Решил сегодня поменять фиксатор замка капота. В прошлый раз срывал болты. Вот. После чего решил заказать новый, установить. Позиция у General Motors идет под этим вот артикулом. Вот собственно и что станет до и после. Два болта у нас на 10, их откручиваем и без всяких заморочек меняем. Если рассматривать регулирование на плотность закрывания, для этого у нас есть специальная гайка, которая при, когда расслабляешь, подкручиваешь шип. Одинаково, так что подкручивать ничего не придется. Вот установлен новый замок. Единственное, что увидел нюанс. Здесь у нас гайка, оказывается, к корпусу замка приварена. Поэтому регулировка идет за счет отвертки. Вот у нас после закрытия получается вот такой вот зазор. Мы еще можем подтянуть.